Его творения не раз признавались лучшими на самых различных конкурсах, как муниципального, так и республиканского уровней. Но свою персональную выставку фотограф Александр Котов решил организовать впервые. О том, чему посвятить экспозицию, долго не думал. Абсолютно все снимки, представленные здесь, – портреты. За себя говорит и название выставки – «Про город. Людям о людях». Концепция выставки на самом деле проста. Каждый день мы с вами видим на улице людей. И моя задача была показать их такими, какими мы их на улице с вами не увидим. То есть показать их эмоции, какой-то скрытый потенциал, раскрыть их, потому что если вы посмотрите на работы, в первую очередь видны их эмоции, которых с вами мы не увидим на улице. Один снимок – одно мгновение. Мгновение, которое завораживает и радует, восхищает и заставляет задуматься. И все это благодаря мастерскому умению Александра показать эмоции человека, находящегося по ту сторону объектива, которые незаметны обычному обывателю. И красота, запечатленная на этих фотографиях, понятна всем. Каждый фотоснимок – это шедевр. Как бы смотришь и радуешься, как все четко подобрано, и та красота людей, и те эмоции, которые они передают, они прям как бы улыбаются, они дарят ту положительную энергию, она прям идет от фотоснимка, ты просто ее проходишь и черпаешь. Я думаю, люди, которые посетят эту фотовыставку, зарядятся той позитивной энергией, тем позитивом, и им хватит его на долгое время. Александр Котов, я думаю, это человек, который с активной жизненной позиции. Я думаю, у него очень большое будущее. Хотелось бы ему пожелать еще больших творческих успехов. Я восхищен тем, что увидел. Почему? Потому что, во-первых, здесь прослеживается культура, патриотизм и вообще красота. Все мы знаем то, что высказывание пророка Мухаммада об единстве, что Аллах любит, Аллах красив, но любит красоту. И на самом деле, вот я только что познакомился с Александром, стоит сказать ему спасибо большое, что у нас есть такие команды в нашем городе, и что вот он в нашем небольшом городе, хорошем, такие идеи продвигают, ему надо его продолжить, а нам помогать. На фотографиях изображены самые различные люди. Среди них и спортсмены, мастера перевоплощения, молодые мамы, влюбленные пары и просто обычные чистопольцы. Многие из тех, чьи портреты представлены на выставке, лично пришли поблагодарить и поздравить автора с успешным стартом. Большинство согласились и на последующие фотосессии. Я получила массу эмоций. Этот человек очень легкий. Просто вообще у меня слов нет, он замечательный. У нас скоро будет новая фотосессия, у нас есть уже идеи, которые мы скоро хотим реализовать. Ждите наши фотографии. Фотографией Александр начал увлекаться несколько лет тому назад. Первый свой снимок, как признается сам фотограф, он сделал на камеру телефона. Так понравилось, что спустя некоторое время решил купить профессиональную аппаратуру. И, как оказалось, не зря. Ведь сегодня своими творениями восхищается не только он сам и его ближайшее окружение, но и все ценители прекрасного. В нашем кафе выставляли знаменитые художники, как Мадияр Шарипович, это художник набережных Челнов, так и казанские художники, и, конечно же, наши чистопольские. Но сегодня у нас выставка немного иначе, немного интереснее, потому что выставка сегодня не художника, а фотографа, знаменитого Александра Котова. Мы проводим наши выставки для того, чтобы люди знали, какие замечательные и талантливые художники живут в нашем Чистополе. Увидеть красоту глазами Александра Котова можно будет до конца декабря. Именно столько в кафе «Приятель» продлится его фотовыставка под названием «Про город. Людям о людях».